Анализируя различные литературные и музейные материалы, сложно с большой точностью сказать, когда и где именно появились первые гири. В данный момент времени можно лишь точно сказать, что гири являются одним из древнейших отягощений для силовой тренировки, созданным несколько тысяч лет назад. Первые упоминания о гирях относятся к Древней Греции, где выточенные из камня снаряды по форме, отдаленные напоминающие гири, использовались для тренировки силы первых олимпийцев. В более поздний период времени каменные гири, по форме весьма схожие с современными, использовались для тренировки тюркских и славянских народов. Следующий этап развития гиревого спорта связан с развитием торговли и появлением металлических весовых гирь, имеющих стандартный вес, на основе которых и были созданы современные спортивные гири. Толкование термина «гиря» появилось в русских словарях с начала 17 века и, по мнению некоторых специалистов, произошло от персидского слова «геран», что означает «вес». День гиревого спорта был отмечен датой 10 августа 1885 года. Именно в этот день был создан первый клуб любительской атлетики. До этого дня упражнения с отягощениями носили скорее развлекательный характер и проводились на ярмарках и увеселительных мероприятиях.